Я представляю наш первый партизанский отряд города Сергиева Посада. В областном доме правительства прошла церемония награждения ежегодной премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». В этом году в премии только одна номинация – «Доброе дело». В разное время всегда находятся люди, которые бросают все, которые дарят все свое добро, внимание, все свое сердце для того, чтобы помочь ближним. Сейчас особое сложное время для нашей страны, и мы понимаем, что сейчас, как никогда, мы должны быть единой силой. Мы должны объединиться вокруг того, что сделает нашу страну сильнее. Номинация «Доброе дело» учреждена с целью поощрения инициатив, направленных на поддержку специальной военной операции, укрепление территориальной целостности и суверенитета нашей страны. От Сергиева Посадского округа в номинантах Ирина Сергеевна Лобачева, мать героя России Романа Куприянова, отдавшего свою жизнь при защите интересов Родины. А также представители фонда «Жизнь» Виктория Бирюкова и Елена Свирская и депутаты окружного совета Дениса Хромкина и Татьяна Ильина. Все они занимаются сбором и отправкой гуманитарных грузов. Благодаря всем, кто помогал жителям, администрации, нашему главе Михаилу Юрьевичу Токареву, его заместителю прекрасному Оксане Владимировне Ярохановой, у нас есть возможность сейчас помогать намного-намного больше. И чтобы эту помощь довозить более планово, более конкретно, нам Сергей Александрович Пахомов, наш депутат Госдумы, подарил фронтовой автомобиль. Мы его назвали «Ника» в честь моей дочери. Перед жюри премии стояла непростая задача – выбрать из почти 2000 заявок 120 лауреатов, которые получат по 500 тысяч рублей. Наши победители уже решили, как потратить заслуженную премию. Хотим поблагодарить ребят, кто там сейчас на данный момент. Да, они сейчас нас смотрят, кто может. Ребят, спасибо вам всем. Спасибо, что вы закрываете нас. Хочу повторить слова Елены. Вот эту премию мы полностью потратим на участников СВО. Общий призовой фонд губернаторской премии в этом году составил 60 миллионов рублей. Михаил Зуйков, программа «События».